В начале экскурсии шестиклассники из Видновского художественно-технического лицея зашли в редакцию «Видновских вестей». Сотрудники газеты рассказали мальчишкам и девчонкам о всех этапах создания выпуска, начиная от получения материала до верстки и отправки номера в печать. Затем школьники отправились изучать захватывающий мир телевидения вместе с главным редактором «Видное ТВ» Татьяной Брыловой. Как вы думаете, а кто работает? Я же сказала, оператор, корреспондент. Кто еще есть на телеканале, без кого не получится? Ведущий, так. Еще? Монтажеры. Ребята увидели много интересного, что для обычного зрителя всегда остается за кадром. Большое впечатление на школьников произвела новостная студия. Самые смелые даже попробовали себя в роли ведущих. На телеканале «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа, в студии Анна Чурсина. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Еще юные гости узнали, как работают операторы, как выставляется свет и для чего в студии такое количество камер. Здесь все параметры выставляются вручную. И, как правило, есть специальный человек, видеоинженер он называется. Он сидит там, в пультовой, и настраивает камеры оттуда. Оператор в основном снимает только, саму картинку выбирает. Также ребятам показали помещения, которые постоянно задействованы в жизни телеканала. Познакомили с тонкостями работы корреспондентов и видеомонтажеров. Финальные штрихи и последние приготовления на карте Видного. Теперь еще один детский сад. Учащийся Видновского художественно-технического лицея Илья Михеев признается, давно хотел побывать в студии телеканала. Мальчик рассказывает, что не пропускает ни одного выпуска новостей и сам несколько раз давал интервью съемочной группе «Видное ТВ». Больше всего мне понравилась комната, где все за эфиром, и где комната, ведущий рассказывает о том, что произошло и так далее. Здесь все люди работают хорошо, они приятные все. Эфиры выходят вовремя, все хорошо, мне очень нравится. Я советую всем смотреть «Видное ТВ». После увлекательной экскурсии некоторые даже подумали, что, возможно, свяжут свою жизнь с журналистикой. Я несколько раз проходила мимо вас и думала, что там просто снимают и выкладывают. А тут, оказывается, еще больше. Я очень удивлена, мне тут все очень нравится. Может, когда вырасту, я стану журналистом, буду здесь работать. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».